автосалон «Макскар», официальный дилер завода «Косбёрер». Представляем вашему вниманию полуприцеп-рефрижератор 2022 года выпуска, производство Турция. Данный полуприцеп в наличии в городе Ясногорск Тульской области. Высота сидельно цепного устройства 1120, нагрузка на седло 12 тонн, собственный вес 8720, топливный бак 240 литров, лапы ЙОСТ, рама выполнена из высокопрочной стали, прошла КТЛ-обработку, 3 оси БПВ, передняя ось подъемная, дисковые тормоза, резина 385 на 65 на 22,5, Bridgestone. Подвеска пневматическая. Длина полуприцепа 13,6. Пневмосистема ВАПКО, ЕБС. Внутренний объем полуприцепа 90 кубов. Боковая толщина стенок 61 мм. Пол алюминиевый. На воротах установлено 4 замка, по 2 на каждую. Будка изготовлена из бесшовных пенополиуретановых панелей. Резиновые отбойники, паромные петли, задние фонари с диодной полоской, лестница. Боковые отбойники. На данном полуприцепе установлена рефрижераторная установка Carrier Vector 1550. Более подробная информация о параметрах установки и панелях будки в описании к данному видео. Самописец. Стоимость данного полуприцепа 123 тысячи евро. Как и ранее говорил, что полуприцеп в наличии в городе Ясногорск Тульской области. По вопросам приобретения и осмотра обращайтесь по телефону +7 913 477 12 39. Также аналогичный полуприцеп в поставке. Приобретайте грузовую технику в автосалоне «Макскар».